Доброе утро. У нас сегодня опять бутерброды с утра горячие. Еще не запекла. Сейчас поставлю. Говорю тихо, все спят. Никак не повстают. Сегодня у нас жутко шумно с самого утра. Я как-то рассказывала, что у нас камнем обкладывают дома. Так вот, они только обложили тот соседний дом, и вот сегодня приехали наш обкладывать уже спустя месяц. Мне кажется, месяц прошел, и вот они шумят, возят эти камни. Очень шумно, пыльно. Такие бутерброды. Это Валя без сыра, это Паша без помидора, всем остальным полный комплект. Пришла на кухню. Готовлю оладьи с творогом. Вообще хотела сделать сырники, но здесь такой творог, который в сливках, то есть он уже изначально жидкий, крупичатый, и поэтому такие сырники нормальные не получатся, потому что сырники нужно готовить из сухого творога, полностью такого рассыпчатого. Так что будут оладьи с творогом. Не знаю, получится или нет, никогда такого не готовила именно из этого творога. Но хочу попробовать. Тёма уехал гулять у нас, на прогулку уехал. Сегодня даже позамерзали впервые ночью. Прямо так холодно было. Утром мы встали в 9 утра, у нас 22 градуса, 22 градуса. 24 потом, и вот днем где-то часа в 2, в 3 будет только 30. Я вообще в шоке, такого давно не было. Мы прям, вот у нас до сих пор 79 по Фаренгейту. Обычно у нас в это время, сейчас у нас 12 часов, даже уже час, что ли? Уже час дня, и у нас в это время обычно 83-84, а сейчас 79. Дома прохладно, прям вообще какая-то прелесть. Но у меня опять аллергия. Они вот это начали пылить своими камнями, и я подозреваю из-за этого, потому что у меня аллергия именно на пыль, плесень, на вот такую всякую гадость. И я села перед телеком кофе пить, завтракать, и у меня как началось, у меня глаза чешутся. Я чесала эти глаза, у меня нос забился, ну вот, заложен, некрасиво рассказываю, заложен нос, все, ну, в общем, все вот эти замечательные симптомы. Целый час я мучилась. Сейчас вроде чуть-чуть отпустила, поэтому включила камеру с вами поговорить. До этого пыталась включить камеру, посмотрела на себя, вот такое лицо, опухшее, глаза, все такое. Ну, так на меня действует пыль. Уже несколько раз такое было здесь. То они траву косят, бывает, что все летит, вот. То они вот что-то метут, и все на меня воздействует нехорошим образом. Ладно, я сейчас замешаю тесто, буду печь. Замешала целую гору теста, а Тёма взял и уехал. Я на Тёму рассчитывала, он с друзьями променял нас на друзей. Тесто готово. Вот такое получилось. Не знаю, получится что-то путное. Ну, по идее, должно. Здесь у меня сода. По типу как на панкейке тесто. Только с творогом. Сода, разрыхлителя немного. Но буду жарить не на сухой сковороде, а на масле. Да, ненавижу процесс приготовления на масле. Нужно купить, наверное, вот это гхи, типа вот этого топленого масла. И более полезный будет процесс и жарки, и поедания. То, когда я жарю на таком масле, меня всегда мучает частично совесть, что я сама такое ем и детям. Ну, понятно, что все мы выросли и на пирожках, вот, на масле, и бабушки наши, и дедушки всегда жарили, ну, мне не хочется. Будете пробовать первую порцию? Вот, первая порция готова, такие красивые, румяные, вообще идеальные, не подгорели, ничего, очень мягкие, вот, оладики, творожные оладики, со сметаной, наверное, я так полагаю, будут кушать сейчас. Сметану достану. Что-то я перебрала с тестом, и здесь еще много. Уже все наелись, я их жарю. А я сегодня посмотрела прогноз погоды, собирались же мы куда-то податься на отдых, на океан, либо в Нью-Йорк.
середине июля или как там получится. Я посмотрела прогноз погоды, дожди на побережье у нас вот тут, в Северной Каролине, в Южной Каролине, от Вилмингтона, Мертл-Бич до Саванны. Вот это все побережье. Посмотрела Нью-Йорк, тоже грозы, дожди, какой-то вот такой дождливый сезон. Это я включила чайник, он у меня шумит прямо перед телефоном. Но я караулю последние оладьи. Я что-то так расстроилась. Есть еще вариант в августе, конечно, поехать. Но как-то так настроились уже. На июль, август это уже back to school. Это надо готовиться, опять перебирать там вещи, покупать списки и вообще... Не очень нравится мне в августе ездить уже. Конец лета, считай. Это как у пессимиста. Стакан наполовину пуст. Так у меня уже конец лета в августе. Ну, в общем, будем думать. Наконец-то закончилось тесто. Получилось очень много этих оладиков. Я прям не ожидала. Я замешала, как всегда, двойную порцию по привычке. А мужа нету. Артема нету. Ну, дети тоже так неплохо поели, но все равно кора получилось. Я их на салфетку складываю. Вот здесь что-то этот некрасивший подгорел. Вот они очень вкусные получились, мягкие. Классные оладики. Снова содрала скатерть, постирала, сейчас буду застилать. Без скатерти вообще неуютно, так привыкла со скатертью. О, какое мороженое у меня есть. Уже закончилось, на самом деле, я только что для себя его открыла, Валя уже почти все съела. И апельсиновое мое закончилось, уже достаю. Достала коробку, переложила там. Там были, в общем, другие вкусы в этой коробке хранили. Здесь, значит, 7 калорий, а здесь вообще 20. Fit Active, без сахара, жира. В общем, вот такое. Вкусное. Вот здесь клубника, апельсин и вишня, или черешня. У меня черри и ванила. У меня оранж. Мне понравилось. Мне вообще нравится апельсиновая. Мне даже вот это больше, чем вот это понравилось. Вот это я люблю. Это здесь больше апельсина. Вот он везде. Здесь вот так откусываешь. Здесь шапочка такая насыщенная апельсиновая. Далее идет много ванильного. Это поинтереснее. Но, по-моему, мы его купили... Тоже в Алде, возможно. Возможно, что и нет. Возможно, в Харриститере. А мы обычно там еще берем мороженое. Вот. Надо запомнить и купить еще такое же. У нас сейчас катастрофа произошла в зале. Пришел дядечка и как начал пылить. Они камнями обкладывали дом. Намусорили. И вот эту пыль он пришел сдувать. И как понеслась пыль в окна в зале, я кинулась за кровать, я только чихала полутра, как я рассказала, от аллергии своей. И тут просто вот облако темное понеслось нам в окна. Вот сплошное, как это сказать, недоразумение. Чтобы было понятно, я сейчас собрала пыль, провела рукой. Ну как оно все залетело сюда. Вот такой слой пыли. Подозреваю, что и на полу не лучше. А вот. Это экран моего ноутбука. Теперь он весь такой. Налетело облако пыли. В подобных комплексах, как у нас, постоянно идет благоустройство. Это является одновременно и плюсом, и вот таким вот минусом. Потому что постоянно все гудит. Все время стрижется. Все время они что-то копают, обкладывают, пылят. Все вот это шумит, гремит. И вот сегодня, например, мусоровоз, кстати, мой любимый, приехал в 7 утра. В 7.30 он приехал. Когда он к 9 приезжает, его не слышно. В 7.30, когда он начинает жонглировать этими бачками громко. В общем, очень такой шумный, шумный-пришумный комплекс вот этот наш.
Все, у меня опять носу свербит, носу чешется, полы грязные под окном, теперь полы надо мыть. Вот он просто шел и сдувал вот эту пылюку, прямо дул вот в сторону нашего дома. Что на первом этаже происходит, я не знаю, можно только догадываться. Не в ту сторону, значит, дул, в сторону дороги, а прямо на дом. Все, оно закладывает. Пойду промывать его, наверное, и полы мыть в доме. Опять печатаю, Валя, кукол этих. Как хорошо, что принтер есть вообще. Вот. Они примерно плюс-минус одинаковые. Тело и одежки. Что здесь? А, куска головы. Блин, а что, почему? Похвалился, провалился. Что-то в настройках, да? Новое мне уже не надо. Да, я посмотрю настройку. А в настройках все влазит отлично. А это что? А это что-то плохо. Вот этот аккаунт Pink World. 69 миллионов подписчиков, 600 видео. Вот классно. Она и продает, еще и Pink. В общем, TV есть еще. Вот она продает и бесплатно. У нее два сайта, вот тут она и продает, и в основном он много очень бесплатного. Классно. У нас есть аналог подобных вот таких творений, мастерилок, мастер-классов. Тоже русскоязычная женщина. Она торгует, я знаю, всякими вот тоже сделай, домик распечатай. Ну, она их продает. Вот эти домики все, куколок на Wildberries, по-моему, что-то там тоже недорого, 200-300 рублей распечатки вот таких домиков. Валя у меня все просила, я говорю, как я закажу, мы как бы здесь. А скачать вроде, ну, я не знаю, не стала смотреть там, искать. Вот Валя потом эту женщину нашла, или девочку, не знаю, кто это. Ну, прикольная. И как идея прикольная завести такой канал. Ну, для детей. Дети в основном смотрят, конечно. Насчет монетизации я даже не знаю, насколько хорошо оно монетизируется, это дело. Нашла тут на досуге вот такой сайт ventusky.com и такое же приложение. Я его уже установила себе. Чем удобен сайт? Ну, я пользуюсь приложением. Чем удобен сайт? Я вот только что при вас открыла. Ну вот в приложении, допустим, хочется узнать, какая погода вот буквально во всех штатах одновременно. И мы делаем так. Ну, может, еще, кстати, разные сайты, конечно, присутствуют, но вот в приложении мне удобно. Смотрим, вот в Чикаго сейчас 30 градусов. И смотрим одновременно, что у нас. Это можно, ну вот мне, допустим, как мне это может пригодиться. Так, Шарлотт. В Шарлотте тоже 30 градусов. А, допустим, выбираешь тоже штат. Это ж я все лайфхаки для своего штата подбираю. И вот можно наблюдать за погодой. Допустим, сейчас у нас Шарлотт, а хочу я, допустим, переехать вот в Питтсбург. И здесь 29. Ну, это, может быть, ни о чем, в принципе, не говорит. Это нужно наблюдать, наверное, в течение, там, недели. Если человеку важна определенная погода, важна. Вот, Нью-Йорк, 28 сейчас. Либо просто побаловаться, посмотреть. Либо выбрать, вот, допустим, где в Северной Каролине наиболее прохладно сейчас. Вот это очень наглядно. На карте видно. Вот, Гринсборо 29, Шарлотт уже сказала 30, Эшвилл 26. На побережье идем, смотрим. Так, это вот здесь, в этом Гринвилле живет Мистер Бист, это другой Гринвилл. А, Ралли 30. Если чуть-чуть увеличить, можно посмотреть, что там с побережьем нашим. Где наше побережье? Побережье не могу найти. Так, а, вот, Вилмингтон. Что-то прохладно, 28. Мертл Бич вот этот, 27, тоже что-то прохладно. И здесь вот осадки.
Например, выбираем просто карту осадков и смотрим. Нету, получается, дождя. Вот, в Вилмингтоне 0 миллиметров. Ну, как-то так. Не знаю, 0 миллиметров это означает, что дождя нет. Вот тут. А, вот, видите, в океане там что-то неспокойно. И можно посмотреть даже вот, если отдалить. Сейчас. Весь земной шар, да, по-моему, да, вот. Можно посмотреть в Москве. Температуру поменяем, посмотрим. В Москве 21 градус, вот что-то прохладненько в Москве. Реально 21. Лондон. Вот сидишь так играешься, 15 градусов. Ну, прикольно. Сейчас еще посмотрю, сколько сейчас интересно просто в Калифорнии. В Сакраменто, вот в Лос-Анджелесе. Чего? 39 градусов. В Лос-Анджелесе 39 градусов. Ничего себе. У нас сегодня просто похолодание, я уже сказала. Ну, на том побережье Лас-Вегас 41. Ничего себе. Вот так. Вот и подумаю, что в июле, значит, в Лас-Вегас я не поеду. Потому что там жарко. Денвер вон, Колорадо. Ну, короче, ладно, играйтесь. Кто захочет, кому понравится предложение. Еще раз название. Vent to Sky. Уже закрыла было. И вот смотрите, что я. Самый главный показатель для меня сейчас это влажность. Опять же, вот собрались переезжать. И чтобы не попасть, не наступить на те же самые грабли, как сейчас с Северной Каролиной. Смотрим влажность. Вот Шарлотт у нас сейчас. У нас сегодня, кстати, 30%, это так и есть, так что-то не расплывается. 30% это не сильно влажно. Обычно у нас там 40%, то, что я видела. Вот. Ну вот и смотрим, где, допустим, в Детройте сегодня так себе. Ну, то же самое, короче, проделываем, смотрим. Вот в Лос-Анджелесе очень низкая влажность, вот 20% всего. Где еще? В Хьюстон, Техас очень влажно, вот 50%. Вот здесь Денвер, это Колорадо, там очень сухой воздух, у людей там якобы сосуды в носу трескаются, не знаю, так или нет. Ну вот, видно, да, 10% сухой воздух. Это тоже не очень же хорошо. Ну так сидишь, опять же, перебираешь, выбираешь себе городок, Нэшвилл тоже. Ну вот здесь на побережье Нью-Йорк интересен. Вот, 40, Нью-Йорк 30, а что там только что 40 показывала. А, вот, да, 30. Филадельфия, куда мы тоже думали, 30%. Сиделась, да. Практически до захода солнца уже полдевятого. Я думаю, что я сижу? Все дела сделала, все попеределала. Пойду пробегусь. Хотя бы 15 минут. По темноте, конечно, тут не походишь без светофоров, без этого освещения. А так быстренько сейчас туда-сюда. Все стрекочет. Здесь уже фонари зажглись. Но они только тут и есть, вокруг нашего дома. Вот тут вокруг церкви и все. По дороге в парках нету. Специально очень-очень-очень быстро бегу. Иду. Потому что времени нету. О, дерево срубили. Тут оно вроде было. Быстро хочу пробежать. Ну да, я же сказала, времени нету. Досиделась до полдевятого. С 8 часов я сидела и гадала, выйти, не выйти. В результате вышла полдевятого, хорошо не в 9. По 9 я бы уже не вышла, 9 уже. Все. Этот фонарь у нас перманентно мигает. Второй год. Все, прибежала домой. Дома, как всегда, сумрак. О, полумрак. 20, сколько я пробегала, 20 минут, наверное, таким прям быстрым шагом, переходящим в трусу практически. Устала, без остановки бежала, уже начало темнеть, я пошла домой. На этом буду заканчивать.
и влог свой уже 9 часов туда-сюда, детей укладывать. Вот, всего вам самого хорошего и до встречи в следующем влоге. Пока!